Но уже завтра Украина будет пристально следить за другой встречей на высшем уровне. Ангела Меркель сегодня ночью вылетит в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом. Почему визит важен для Киева, понятно, ведь украинский вопрос будет одной из главных тем. Чего ждать от встречи лидеров двух сверхдержав, расскажет Татьяна Лагунова. Командировку Ангелы Меркель в США немецкие СМИ называют блиц-визитом. За океан канцлер летит всего на день, но к переговорам подготовилась основательно. Приближенные к Меркель политики рассказали журналистам. Канцлер пересмотрела все ключевые выступления Трампа и даже прочитала его книги, чтобы понять, как подобрать ключ к новому американскому президенту. Главные темы переговоров в Белом доме – отношения ЕС и США, сотрудничество в рамках НАТО и ситуация на востоке Украины. Американские СМИ со ссылкой на надежные источники сообщили, Дональд Трамп собирается попросить у Меркель совета, как вести себя с Россией и ее президентом Путиным. И если так оно и будет, то ответ канцлера предугадать несложно. Ангела Меркель, в принципе, редко кардинально меняет свое мнение по тому или иному вопросу. Когда говорит о России, Украине и Минских соглашениях, то позиция однозначна. Есть Минск, и его нужно выполнить полностью. А потом уже говорить о смягчении санкций против России. Кстати, позицию Ангелы Меркель полностью поддерживает и новый министр иностранных дел Германии. Многие опасались, что Зигмар Габриэль будет помягче своего предшественника Франка-Вальтера Штайнмайера в отношении России. Но во время своих первых визитов и в Киев, и в Москву Габриэль повторил слова Меркель. Считаем, что переговоры в нормандском формате нужно продолжать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать новую встречу нормандской четверки на уровне министров иностранных дел, о чем была достигнута договоренность в Мюнхене. Хотим, чтобы задачей нормандского формата было сопровождение и контроль за выполнением Минского пакета. Так что какую позицию официального Берлина Меркель озвучит Трампу, в принципе, ясно. Но здесь не стоит забывать, что спрашивать совета еще не обязательно совету следовать. А Дональд Трамп – политик довольно непредсказуемый. Получится ли у Ангелы Меркель найти общий язык с Дональдом Трампом, узнаем уже скоро. Переговоры в Белом доме запланированы на завтра, на вторую половину дня. По итогам лидеры дадут пресс-конференцию. И за заявлениями Меркель и Трампа наверняка с интересом будут следить не только в Германии и США. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Буквально только что появилась информация, что визит Ангелы Меркель в Вашингтон могут отменить из-за снежной бури в США. Американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Шона Спайсера сообщают, что рассматривается возможность переноса встречи канцлера с Дональдом Трампом на пятницу, 17 марта.